Этот сливочный сыр обладает очень нежным и изысканным вкусом, поэтому и бутерброды с ним – это настоящий деликатес, ну а красная икра и маскарпоне настолько хорошее сочетание, что его оценят все. Я думаю, что с классическим вариантом таких бутербродов, где вместо сыра используется сливочное масло, вы все хорошо знакомы, но скажу вам по секрету, бутерброды с маскарпоне в домашних условиях получаются в 100 раз вкуснее, у такой закуски настолько нежный и благородный вкус, что словами его передать сложно. Эти бутерброды смело можно подавать на любой праздничный стол или фуршет, а также порадовать свою половинку такой потрясающей закуской в романтический вечер. В общем, этот рецепт приготовления бутербродов с маскарпоне определенно стоит взять на заметку каждой хозяйке. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Хлеб черный, 2-3 ломтиков. Маскарпоне, 100 грамм. Икра красная, 100 грамм. Лимон, 0,5 штуки. Салат корн, по вкусу. Количество порций, 4-6. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До новых встреч!